для нас, для всей страны, это действительно очень большая утрата и очень большая трагедия. У меня иногда слезы наворачиваются на глаза, я прошу прощения, но просто... Кто следующий? Что вообще в стране-то происходит? В России случилось то, что давно должно было случиться. Путин показательно ликвидировал владельца ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Самолет, в котором летел Пригожин вместе со своим ближайшим соратником Дмитрием Уткиным с позывным «Вагнер», был сбит над Тверской областью, скорее всего, средствами ПВО. Ну, во всяком случае, близкие к Пригожину телеграм-каналы уже выложили именно такую версию. Российские власти, скорее всего, официально объявят, что самолет подорвали, заложив в него взрывчатку. В общем, спишут все, как всегда, на неуловимых украинских диверсантов по той же схеме, по которой проводили ликвидацию полевых командиров ЛДНР в 2014-2015 годах. Но, судя по реакции Z-патриотов, едва ли в такую версию поверит хоть кто-то вообще. Даже в эфире пропагандистского российского радио «Комсомольская правда» ведущие сразу же, вот как только вышла новость о гибели Пригожина, заявили, что его самолет был сбит. То есть все прекрасно понимают, что на самом деле происходит. Все прекрасно понимают, кто это сделал, кому это было выгодно, кто вообще мог это организовать. Всем понятно и очевидно, что сделали это, конечно же, Путин и Шойгу, чтобы отомстить за неудавшуюся попытку мятежа. Сбит бизнес-джет, на котором находилась практически вся верхушка ЧВК «Вагнер», в том числе. Сбит сразу вот так, с козырей. Да. Да. Ну а в версию причастности украинских диверсантов не верят даже самые отъявленные путинисты. Ну, тут же Сергей Марков написал, что это украинцы бомбу подложили. Это их рук дело. Это версия невероятная, потому что... С моей точки зрения, представить, что самолет, где столь опытные люди, как Пригожин, как Уткин, охрана Пригожина, люди, прошедшие в полном смысле слова огонь, воду, медные трубы, допустили бы, чтобы какая-то положила бы бомбу на борту. Я про украинские говорю. Так не может быть. Вот в данном случае, знаете, на украинскую ДРГ уже не спишешь. Все-таки меры безопасности в такой частной компании, в этом частном бизнесе, когда частный бизнес-джет, не принимаясь очень-очень, так сказать, грамотные. В патриотической среде царит печаль. Например, рассерженные патриоты, соратники Стрелкова, Лев Вершинин и Максим Калашников, уже заявили, что ликвидация Пригожина – это еще один шаг к поражению и развалу России. Пока мы действительно стали на шаг, еще на один шаг. Ближе к смуте, и надо собрать все свое мужество, всю свою волю для грядущей борьбы. Очень похоже, что самолет был сбит. Я прогнозирую это как одну из ступенек вниз по дороге к весьма возможному поражению, затем развалу России. Российский военкор Роман Сапаньков написал, что убийство Пригожина будет иметь катастрофические последствия. Люди, которые отдали приказ, вообще не понимают настроения в армии и моральный дух, сокрушается он. Очень огорчился и Олег Царев. Это мощнейший удар по стране. Пусть она этого еще даже до конца не осознает. Пригожин был российским джокером, позволявшим ей играть на мировой арене не по правилам. У врагов сегодня праздник, у нас горе. И я даже знаю, у каких врагов праздник. Шойгу! Герасимов! Все понимают, конечно же, что Пригожина убрали свои. Ну как свои? Российские власти. Всем это очевидно, но сделать по этому поводу что-нибудь или хотя бы открыто выступить с какими-то обвинениями в адрес Путина, российские имперцы, даже те, которые очень симпатизировали Пригожину, конечно же, не могут, потому что по натуре своей они на самом деле очень трусливы. То есть они могут сколько угодно призывать к бомбардировкам Украины, писать самые невероятные кровожадные вещи в адрес там государств и народов каких-то соседних, но вот сказать что-то поперек своему барину, тут они не могут, у них начинают сразу трястись поджилки, не дай бог что-то возразить царю, то есть они готовы реально оправдать любые просто зверства, любую дичь, которую творят их собственные власти. И, конечно же, и в данном случае, несмотря на такую показательную расправу с Пригожиным, выходить на улицы, там заступаться, каким-то образом там требовать от власти ответственности, никто из них, конечно же, не будет. Но, несмотря на это, все равно вот эта показательная расправа с Пригожиным, она, очевидно, была
была задумана, чтобы показать силу Путина. То есть он хотел показать, вот какой он, значит, беспощадный, принципиальный, как он карает своих врагов. Но на самом деле эта история показала скорее его слабость. Потому что сильный лидер на месте Путина, он должен был либо показательно подавить этот мятеж в самом начале, да, и открыто по закону привлечь Пригожина к ответственности, там, судить его за госизмену, либо, если там это не получилось, тогда договариваться с ним, но уже соблюдать договоренности, то есть держать слово, отвечать за те слова, которые он дал. А что Путин сделал вместо этого? То есть сначала он испугался, это все увидели, да? Он прогнулся, он побежал садиться с Пригожиным за стол переговоров, там, уступал ему в чем-то, о чем-то с ним договаривался, а затем, выбрав момент такой вот из-под тишка, да, нанес удар в спину, то есть подло убил человека, которому давал какие-то обещания, давал гарантии и давал слово. Путин давал Пригожину слово, это все слышали, он сам говорил о своих договоренностях. Вдруг вот такая история. Ну а заодно все в очередной раз могли убедиться, чего стоят слова президента Беларуси Александра Лукашенко, который тоже давал Пригожину гарантии безопасности. Я и сказал Пригожину, это гарантия. Что дальше? Я говорю, вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь. Я гарантирую тебе полную безопасность и твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной. Да, я вам верю. Я верю. Хорошо, в этом направлении будем действовать. Характерно, кстати, что на момент записи этого ролика, когда с момента гибели Пригожина прошли уже почти сутки, российские власти так и не сделали никаких официальных заявлений по поводу случившегося. Ну, нет ни выражения каких-то соболезнований, ни вообще в принципе комментариев по поводу того, вот что произошло, ни обвинений в адрес каких-то западных спецслужб или попыток переложить на них ответственность за то, что Пригожин погиб. Можно не сомневаться, что если бы действительно в Кремле не хотели смерти Пригожина, а его бы исполнили какие-то спецслужбы других государств, уже бы поднялся такой крик, уже бы повыбегали все российские спикеры, какие только могли, уже бы кричали, что проклятый Запад, значит, совершил теракты, требовали бы возмездия, ответственности и грозили бы всякими решительными ответами и так далее. А тут мы видим такое показательное молчание, показательный игнор. Короче, никто даже не пытается от себя как-то, знаете, стрелки отвести. То есть они всем своим видом показывают, да, это мы и чё, типа, да, вот мы захотели, и мы так сделали. В общем, если подводить краткий итог, то на данный момент можно сказать, что есть такие два основных последствия у вот этой показательной ликвидации Пригожина. Во-первых, конечно же, она нанесет колоссальный удар по боевому духу российских военных, потому что многие Пригожину симпатизировали, и вот такая показательная расправа с ним, она точно моральный дух не поднимет, и уверенности российским военным в том, что они бьются за правое дело, точно не добавит. Об этом, собственно, пишут сейчас многие российские военкоры. Ну, а второй очевидный итог – это вот очередное падение авторитета Путина. Да, не укрепление, как он, может быть, этого хотел, а именно падение, потому что, во-первых, все в очередной раз убедились, в том числе сами россияне, какие-то российские элиты, что Путин человек трусливый и подлый, что он не смог там сразу, да, вот в каком-то бою сойтись с Пригожиным и его там победить, задавить, хотя преимущества все были за Путиным. А он в очередной раз именно вот поступил максимально подло, максимально поступил вот так вот из-под тишка, проявил себя как такой мстительный маньяк, да. Во-вторых, всем понятно, что слова Путина, гарантии Лукашенко ничего не стоят. А это в очередной раз поднимает вопрос, а как вообще о чем-то с ними можно договариваться? Ну, о чем? Что это вообще за люди, которые вот они так относятся к своим гарантиям, к своему слову? Что от них вообще, как можно ждать, что они что-то будут выполнять из того, что они пообещают или прогарантируют? Ну, в общем, пока что предварительные итоги такие. Будем наблюдать, конечно же, за этой ситуацией. Враги Украины пожирают друг друга. Это, безусловно, хорошо. Друзья, подпишитесь на канал, если не подписаны. Оставляйте комментарии, лайки. Так видео получит больше охвата.